Здравствуйте, товарищи! Продолжаем наш показ телепередач о квартирах. Идем смотреть квартирку в районе Сан-Блас. Очень интересно. Бросили взгляд сюда, на окружающую вокруг территорию. В этом доме есть, конечно же, парковки, но к этой квартире парковка не входит. Что наблюдаем, заходя в подъезд? Хорошие мраморные полы. Да. Здесь хорошие лифты. Что тут? Лифт. Очень все прилично. Пошли наверх. Так, поднялись. Второй этаж по-русски. Заходим, обозреваем очень приятный подъезд, где всего две квартиры на этаже. Сюда же приходит лифт, можно, конечно, и подниматься. Так, зашли мы в квартиру. Что говорить об этом, обо всем? Друзья, все абсолютно новое. Отличные двери безопасные, новые щиты, ну как новые, несколько лет. Зашли в коридорчик, посмотрели, нормальный коридор для прохода. Так, отходи, пожалуйста, от камеры. Прямо у нас идет сразу кухня. Так, пойдемте направо. Не налево, как я обычно люблю, шутка. Я надеюсь, вы шутки понимаете, да? А направо. Посмотрели дверь, отличная дверь. Все новенькое. Но надо докупить какую-то мягкую мебель. Картинки. Я думаю, что останутся. Нужны они, не нужны, не знаю. Эта комната прямоугольная. Большой шкаф хороший. И там небольшой скос. Да? Да. С этой комнаты есть окно. Двойное мы видим, да? И на территорию кухни. Рядом вот она, кухня, вход. И на дворик внутренний. Смотрите, какой аккуратный. Надо сверху просто сделать только. Об этом я чуть позже расскажу. Развернулись, пошли сюда. На кухне сейчас люди, и я пойду все-таки налево. На кухню зайду позже. Налево смотрим, у нас санузел. Так, здравствуйте, товарищи. Душевая, очень хорошая плитка. Никаких претензий вообще не может быть. Так, вышли из санузла с душем, пошли сюда. Широкий налево проход, двойные двери. Одна дверь пошире, вторая дверь поуже. Так, развернулись, посмотрели. Вот так это все выглядит. Мебелюшка, посуда даже есть. Полукруг здесь такой интересный. Это, думаю, лифтовая здесь шахта идет. Мебель и прямоугольный длинный не маленький зал, 20 метров с лишним. Мебель нормальная. Я думаю, вот эта мягкая мебель, кожаная абсолютно. Что мы видим снаружи? Мы видим вот это, улица. Очень тихая, не шумная, не сильно проездная. Совсем немножко развернулись, посмотрели. Сделал я фотографию этого зальчика. Пошли дальше. Пошли еще в одну комнату. Второй санузел. Хорошая ванна. Длинная. Сколько она? Это 50-60, наверное, где-то. Великолепная плитка. Так. Наблюдаете все. В общем-то, квартира реально зашел и живи. Только надо докупить мебелюшку какую-то. И еще одна комната. Тоже видно ту улицу. Аккуратненькие решетки симпатичные. Нормальные шторочки. Ну,
прилично. Все очень-очень-очень хорошо. Полы тоже мраморные и без каких-либо вообще минусов. Отличные полы. Так. Все стало понятно практически. Кроме кухни. Сейчас я туда пройду, когда они закончат разговаривать. Отошли наши зрители, и я вам показываю кухню. Еще раз вернемся. Одна комната направо. Сразу две комнаты, комната и зал налево, и два санузла. А теперь кухонка. Пошли. Что у нас с кухонкой? Кухонка. У меня нет слов, она отличная. То есть, если отличная, значит отличная. Стоит здесь великолепное спиртное испанское. Это, наверное, хозяева еще в подарок оставляют. Вот так вот, друзья. И пиво есть вам, и все. Хороший холодильник. Абсолютно в отличном состоянии, как я вижу. Все сделано грамотно. Краны, видите, перекрывающие. Отличная плитка. Не знаю, что здесь комментировать просто. Не знаю. Просто не знаю, что говорить. Смотрите, я буду пыхтеть. Еще окошечки. И заходим сюда, в этот дворик. Там обувь можно мыть. Котел электрический. Опять же, шкафчик. Так, здесь плиточка немножко другая. Двери. Все чики-пуки просто. Так, развернулись сюда. Это окно, которое я показывал. И выходим здесь большие двери с решеткой безопасности, да? Вышли как раз в это внутреннее у нас, в этот внутренний дворик. Так, я вижу, что плитка положена хорошо. Стоки идут, все идет. Здесь еще, друзья, у нас кладовочка. Вот так вот. Понятно? Вот она у нас. Развернулся, показал. Что вверху? Вот. Можно вот такие тольдосы туда установить вот сюда. И будет полный фарш. Пошли назад. Ну вот и все, друзья. Я рассказал все об этой квартире. И adiós, amigos.